Бездомные собаки, которые живут возле филиала Третьяковской галереи, по словам местных жителей, совсем безобидны. Они не проявляют агрессии и стараются избегать людей. Но многие горожане от таких непредсказуемых соседей не в восторге, поэтому вызвали специальную службу, чтобы поймать животных. Собака, которая есть, у меня сейчас щенята. В дальнейшем я хочу ее стерилизовать и оставить себе на стадионе. Вот. А щенят, конечно, хотелось бы пристроить в приют, потому что здесь прохожие жалуются. Специалисты поймали и забрали в приют двух псов. Отлов проходил гуманно с применением седативных средств. Пойманных собак стерилизуют, вакцинируют, чипируют и выпускают обратно на волю, либо находят им дом, если животное безобидное. Тех, кто проявляет немотивированную агрессию, оставляют в приютах. Мы этот объект не оставим и обязательно удовлетворим обе стороны. Те, кто жалуется, те, кто за них беспокоится, стерилизуем. Может быть, кому-то получится найти семью. Вот. А мама, которая здесь живет уже много лет, тоже будет возвращена сюда стерилизованной. Думаю, она уже никого не побеспокоит. Подобные рейды в общественных местах необходимы для спокойствия и безопасности горожан, подчеркивает подрядчик. К тому же, таким образом можно защитить бродячих домашних животных от действий догхантеров, которые намеренно разбрасывают отраву на улицах города. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.